В рамках реализации проекта «Городская среда» одинцовские единороссы проверили ход благоустройства дворовой территории на улице 30 лет Октября в селе Жаворонки. Благоустройство ведется по программе губернатора Подмосковья Андрея Воробьева «Формирование современной комфортной городской среды». Работы выполняются на площади более 10 тысяч квадратных метров. Они включают ремонт подъездов, обустройство парковок и обновление тротуаров.